Я первый раз на этой трассе, мне очень понравилась комбинация, то, что тут она состоит из трех частей, одна техничная на овраге, вторая, вот как многим известно, Чулкова-Ленинградка, очень крутые дорожки. Вот. В курсе я держал стандартно чуть выше четвертой зоны, на границе 4-5, если это в ударах 167-170 ударов. По поводу покрышек, у меня были Макси Сыкон, я стравил давление где-то до 1,5 атмосфер. Надо катать такие старты, чтобы набраться опыту и хорошо проходить такие дистанции, тогда все будет окей. Мне вот понравилось, много грязи. Трасса жидкая. Мы здесь были осенью на автопате. Я думала тогда, что трасса была жидкая. Кажется, она жидкая была сегодня. Немножко мокрая, скользкая, но это только как, прибавляет изюминки и фана. В втором-третьем круге уже было заметно, что ее хорошо прикатали. Она стала легче ехаться. Так что я думаю, в этот раз у нас удачнее получилось, нежели в прошлом году. Вот собираю вкусный творожок прям мусой.